Добрый день, мы на канале «Атмосфера жизни». Сегодня у нас будет маленький, но очень интересный влог про вкусные суши в Дубае. Мы находимся в районе Аль-Барша, станция метро Mall of the Emirates. И, кстати, мы находимся сейчас в парковке самого этого Emirates Mall. Тут надо пройти от метро либо через Mall и всю парковку, чтобы выйти там. Вот так вот мы идем через парковку вдоль той улицы, по которой можно просто идти, минуя Emirates Mall и парковку. Идти от метро до этого вкусной забегаловки с ровными сушами и тайским рисом можно минут 10-15. Вообще достаточно близко, может быть, кажется, что 10-15, поменьше, наверное. Мы вот так вот дойдем. Это самые-самые вкусные роллы во всем Дубае. В Дубае большая проблема с этим делом, с этими вкусными роллами, с этой Филадельфией, которая вообще здесь просто не существует. Ее нигде не существует. Но в Дубае это могли бы сделать, да? Но как таковой Филадельфии, к которой мы привыкли, здесь нет. И в этом кафешке-ресторане мы нашли именно максимально похожую для нас, максимально вкусную, приемлемую. Хотя вы увидите, она все равно очень отличается. И вот здесь где-то метро, вот так пройдете немного влево из метро по этой улочке, два светофорчика. И уже вот буквально вот в этом здании будет у нас Моши называется. Итак, покажем дорогу. Кстати, район Аль-Барша. Просто район Аль-Барша. С известным очень этим Mall of the Emirates. Очень шумный, не самый благоприятный, но достаточно дешевым жильем, и это Дубай. В принципе, можно сказать, почти центр. Здесь живут всякие люди. И квартирки здесь, ну, как-то вот не очень. Не очень здесь жилье, оно недорогое и, ну, не очень. Начинается дом. Здесь какая-то пиццара, проходим мимо. Этот ресторан, кафешку достаточно трудно найти. Мы сами постоянно проходим в итоге мимо. Постоянно. А помните главный сюрприз кафешки? Но? Он в том, что не открывается дверь. Не открывается дверь, да. Вот в этом доме, и вот я все иду, и не вижу, но... Это здесь. Я, кстати, это уже вижу, потому что знаю. Потому что я знаю. Вот, возле Джоллиби. Вот он, маленький уголок. Называется Моши. Ой, стоп, держи меня. Моши. Суши и Момо. Очень маленькое место сегодня. Hello. Happy New Year. Так, ну сегодня у нас только это место, к сожалению. Обычно здесь никого не бывает. Итак, у нас есть свое понедельное сумасшествие. Сегодня, кстати, понедельник. И я так поняла, что за 89 человек с 3 до 10 вечера мне их не перекричать. Мы можем есть маки, момо и что-то там еще. У нас есть маки-роллы вот эти маленькие. И я первый раз это меню вижу. Девушка, кстати, нам не стала сначала приносить основное меню. А это лимонад все-таки. Да. Я попросила основное, оно выглядит вот так. Давайте посмотрим, что здесь есть. Представление. Представление. Так, вот такие аперитивчики. Так, я сейчас просто все покажу, чтобы видно было. Нельзя меня назвать фанатом японской кухни, поэтому не особо я тут что пробовала. Но то, что мы пробовали, это в основном, правда, рис и роллы были очень вкусными. Всегда. Сейчас мы как раз до этого дела и дойдем. Сейчас все покажу. Меню у нас большое. Ну, прям, ну, правда, очень большое. Здесь написано, что содержит, что не содержит. Классические роллы. Вот это Филадельфия мы едим. Она, конечно, выглядит не как мы привыкли, но мы сейчас покажем ее. Сейчас все дойду и закажем. Ага,
это нигири, сашими. Боже, мне кажется, я только половину этого меню прошла. Большие тарелки на несколько человек получаются. Такие. Главное меню. Да, здесь есть карри, какие там овощи. Вот рис. И мы берем моши фрайд райс, а просто с овощами, с яйцом, добавление еще с этого, ну, значит, стандарт, изначально овощи, добавить яйцо, добавить еще курицу и еще в это дело добавить креветки. Вот так. Мы берем с курицей. Сейчас почти до конца дошла. Почти дошла до конца. Детское меню. Легкие закуски. Десерты. И чаев здесь как таковых они есть, но они не представлены у нас. Мы просто берем зеленый чай и приносим его в чайники, пакет, как всегда, пакет в чайнике, это стандарт для Дубая. Здесь в этом месте всего вот раз столик, мы всегда на нем сидели, два столик. Но там маленький какой-то оставили, потому что, видимо, ребят соединили вот здесь. Первый раз мы видим такое количество народу в этом месте, он очень маленький ресторанчик. Сразу приносят не стеклянные, пластмассовые тарелочки, но железные приборы. Чай нам принесли заваренный в чайнике Липтон Green Tea, и добавили туда немного мяты. Мы заказали две, и вот они принесли нам. Thank you. Они нам ее принесли на одной дощечке. Чуть-чуть дали васаби, джинджер, васаби. Мы все время просим у них васаби дополнительно. И вот чикен фрайд райс. Боже, как это вкусно. Мы всегда с Колей едим его напополам после роллов. Ну, такая Филадельфия в Дубае. Там есть сыр, и она очень вкусная, правда. Очень похожа на нашу. И фантастический рисунок, яичко и курица. Ну, прям очень вкусно, серьезно. Спайси лучше не берите, будет остро.